Я шучу, спасибо. Welcome to Moldova. Молдова – самая прекрасная страна в мире. Здесь все живут на позитиве. И никто не носит узкие презервативы. Здесь живут самые красивые девушки в мире. Благодаря вам, девушки, в страну все еще приезжают иностранцы. Спасибо. Здесь живут лучшие мужчины в мире. Всем нужен секс, а нашим юбилей. Come on! Прекрасная страна. Единственная страна в мире, где есть город, посвященный презервативам. Называется «Резина». Есть еще один хороший город. Дрокия. Connected people. Но самое главное, здесь есть Кишинев. Столица. Счастливые лица. Единственный город в мире, где есть Чеканская горка, где можно заняться любовью в машине. Кишинев. Кишинев, вас не слышно! Кишинев – это особенный город. У нас в городе есть улица, посвященная логопедам. Называется Сармизе Четуза. Welcome to Moldova, everybody! Знали бы полицейское управление Лос-Анджелеса, как их называют в Кишиневе? Вот давайте аббревиатура, первые буквы. Полицейское П, управление У, Лос-Анджелеса ЛА. Ну, многие так называют и местную полицию, но ничего страшного. Мегаполис. Прямая трансляция из клуба Welcome to Moldova. Счастливая страна. Счастье состоит в том, что здесь те скамейки, где мы целовались, те улицы, где мы влюблялись, те кинотеатры, где мы обнимались. Это наш любимый город и наша любимая страна. И давайте во имя своей любви просто пустим большущий салют голосов в воздух, чтобы нас услышали соседние страны и завидовали нам, молча завидовали. Молдова! Наши девушки в душе, как чебурашки. Такие же мягкие и пушистые. Так же любят ушами. И иногда приходится жить с крокодилами. Но это иногда. Иногда, я подчеркиваю.